Исходить с позиции, чтобы не вскользь было видно, чтобы всех захватывать. Сказал над Господи, помилуй душу Сашу, Господи. Так, все, не разговаривайте, молитва началась. Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Миром Господу помолимся. Господи, во всем мире и спасение душ наших, Господу помолимся. О мире всего мира, благостояние святых, Боги всех и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. О многострадальной стране нашей российской, правительных и православных людей в Отечестве, все России, несущие ко спасению, Господу помолимся. Господи, помилуй. Еже освятитесь об Одессе, Святаго Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. Во Еже, спаси, благодать, избавление, благословение Иорданова, Господу помолимся. Господи, помилуй. Сделай фотографию. Господу помолимся. Мы показать перед сынами дочерями, света и наследниками вечных благ, Господу помолимся. Поеже быть и страстным причастниками смерти и воскресения Христа Бога нашего, Господу помолимся. Поеже быть и в одежде, баню погибыть, оставление грехов, одежду нетления, Господу помолимся. Поеже услышите Господу Богу, воспаление нас грешных, Господу помолимся. Господи, вы избавитесь им же и нам от всяких скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу Богородицу, Пресвятую Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе, друг друга, весь живот наш Христу Богу предадим. Яко под благоутробной милостивой Божией стезуя сердца и утробы, и тайна человеческого веда и инба, небо есть вечно явлено пред Тобой, но вся нагая и обнаженна пред очима Твоими веды. Я же о мне, да не омерзишь меня, и ниже лица Твоего отвратишь от меня, но презри мое прегрешение в час сей. Презирай человека в грехи, в покаянии омы мою скверну телесную, скверну душевную, и всего меня освети, че совершенную силою Твоею невидимую десницей духовную. Да не свободу иным возвещай, и сию подавая верою совершенную, Твоего неизреченного человеколюбия. Сам яко раб греха не искусен буду, не владыка един благи и человеколюбивый. Да не возвращусь смирен, но не спасли мне силу с высоты, и укрепи меня в службе прилежащего Твоего таинства, великого и пренебесного, и образи Христа Твоего, хотящих паки родителям моим окаянством, и назидай их на основании апостолов и пророк Твоих, и да не зложиши, но насади их на сождение истины, во святей Твоей соборной апостольской сфере. Да не восторгнейши, я когда преспевающий им во благочестии славится и тем, все святое имя Твое Отца, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Велись, Господи, и чудно дела Твои, и ни единого слова довольно будет пение чудес Твоих. Велись, Господи, и чудно дела Твои, и ни единого слова довольно будет пение чудес Твоих. Велись, Господи, и чудно дела Твои, и ни единого слова довольно будет пение чудес Твоих. Ибо хотением от несущих Твоих забытий приведи всяческое Твоя держава, содержащая тварь, Твоим промыслом строящий мир. И от четырех стихий тварь сочинима четырьми временами круг лета венчал и Тебе трепещет умные все силы, Тебе поет солнце, Тебе славит луна. Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе трепещут бездны, Тебе работают источницы. Ты простерлился небо, яко кожа, Ты утвердился землю на водах, Ты оградилась морем песком. Ты к отдыханием воздух пролиял, и все ангельские силы Тебе служат, архангельские лица Тебе откланяются.
Многочитый херувим и шестикратый серафим его крестоящий, обретающий страхом неприступные славы твоя покрываются. Ты бо Бог сый, неописанный, безначальный же недвоголовный, пришел иси на землю зрак раба приимал. Подобие человечества приемлемы, потерпел иси владыка милосердия ради милости твоя зрения, дьявола муки морода человечества. Но пришел иси и спас иси нас, исповедуем благодать. Проповедуем милость, не таим благодеяние, естества нашего рода освободилось и девственно осветилось и утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя, явшего святыбо, и си Бог наш на земле явился и си, и человеки позилось и иорданские струи осветилось и небесенья по славе святаго Твоего Духа, и главы там, где счастье крутилось и все. Чтобы человека любчит, приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа, просите Богу сию. Чтобы человека любчит, царю приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа, освети воду сию. Ты бы человека любчит, царю приди, и ныне наитим святаго Твоего Духа, освети воду сию. И дать ей благодать, избавление, благословение Иорданова, сотори ее нетление, источника освящения дар, грехов разрешения, недугов, исцеления демонов, всекубительство, да противным силам неприступную, ангельские крепости исполнены. Добежат от нее наветующие создание Твоему, яко имя Твое, Господи, призвав дивное и славное и страшное сопротивное, да сокрушаться по знамя образа Христа Твоего вся сопротивной силы. Сокрушаться по знамя образа Христа Твоего вся сопротивной силы. Да сокрушаться по знамя образа Христа Твоего вся сопротивной силы. Молимся Тебе, Господи, да отступит от нас вся воздушная и неявленное привидение, и двоится в воде сей демон темный, ниже доснидит скрещающимся дух лукавый, повращающий повращение помыслов, и мятеж мысли наводяй. Но Ты, Владыка всех, покажи воду сию, воду избавления, воду освящения, воду очищения плоти и духа, а славу уст, оставление прегрешений, просвещение душ, в бане погибыть, обновление духа, ценоположение, дарование, влияние, нетрение источник жизни. Ибо реки си, Господи, измытись и чисто будете, дымите лукавство от дух ваш. И даровал и нам свыше паки рождения воду и духом, и нити, Господи, и спасите, и дашь притвориться мне, крещаемым воезе, отложите ума ветхого человека, тлеемого в походе, в прелести, облечтите же в нового, обновляемого по образу создавшего его, добыв страстен подобие смерти, твоя крещением, общиком воскресенье будет. И сохранив дар Святаго Духа, и возвратив залог благодати, примет почесть горнего звания и сопрестется перворожденным написан на небеси. Тебе, Боже и Господи нашим Иисусе Христе, яко Тебе подобает слава, держава, честь и поклонение вместе с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Благимотворящим Твоим Духом ныне присно и во веки веков. Мир всем! Благословен Бог, нас просвещает свеча всякого человека, грядущего в мир, ныне присно и во веки веков. Направо шагнуть. Да. Направо. Там. Идет площадка, чтобы шагнуть вправо. Рядом. Потом друг за другом. Вот так, чтобы будет стоять на площадке. Просто направо. И будет так. Вот тебе пойдет сейчас влево. Дальше шагните. Дальше шагните, не по колено же в воде. Все по-своему делает. Да. Вот куда надо шагнуть? Еще шаг.
имени крещен крещается раб Божий Сергий во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь. Во веки веков. Аминь. Батюшка, все говорят, чтобы прям вглубь шагнул. Да? Тихо, успокойтесь. Все доходит. Все хорошо, люди даже ждут. Успокойтесь. Ну и Игнатий попросил. Спокойно. Стойте. Батюшка знает. Все получается. Полное погружение на вещи. Да не вам шагнуть, а ребятам. Там гно, глина, грязь. Там батюшка, этот Игнатий говорит, специально так сделали, чтобы ребята просто шишу поскорее. Георгий, крещен, крещается работой Господи, во имя Отца, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Чистые ноги, нормально. Так что это... Thank you.
Духа. Аминь. Смотрим, вон на храм. Смотрим, ребята, стоим. Присаживаемся поближе, присаживаемся. Так, спину. Да. Наши на храме. Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святаго Духа. Ну что еще? Все что? Ходить будешь? Это машинчик какой-то Христос. Что на этом столбушке было?